Всем привет! Привет! Мы хотим сегодня показать вам еще одну квартирку, которую мы снимаем через B&B, сайт, который мы вам уже рассказывали. И я думаю, что в конце еще что-нибудь расскажем про сайт, как мы это делаем. Ну сегодня да. Это пока покажем квартира в Ницце. Наши офигенные апартаменты в Ницце. Да, это... Прям нам очень повезло. По площади это самая большая квартира из всех, которые мы... Ну, в Риме такая же была. А, в Риме, да, большая была, когда тут Рим был. Начнем прогулку. Да. Так, входная дверь, это понятно. Тут зеркало. И сразу есть диван. И сразу мы все захламили. Да. И вообще, вот очень удобно, когда есть вот такой вот коридор, прихожая. Воздух. Сразу, да, тут рабочий стол, тут можно работать, можно всякие херни накидать. В общем, как кому нравится, тут можно диван есть. Но спать можно. В принципе, удобно. Да, тут просто посидеть. Потом начнем мы с living room. Это гостиная комната или гостевая. Тут, софа. Тут можно припивать вино, тут сидеть с друзьями. Можно даже спать оставлять кого-то, если много понаехало. Наверное, мне кажется, такую квартиру можно и на компанию снять. Ну, можно. Мне кажется, какой-то из диванов должен раскладываться. Покажи балкон. Первая достопримечательность этого номера. Ну покажи, как красиво льет дождь. Вот так красиво льет дождь. И из окон вот такой вид. Небо светлеет, кстати. А там море. Да, тут море рядом, буквально за углом. Вот так. Кондеры есть. Есть кондеры, есть пепельница на балконе. И карта Франции. Карта Франции очень важна. Но нам ни пепельница, ни карта пока не нужны. А ну еще рассказывай так. Так. Картин понавешали много. Картины, да. Это у нас спальня. Спальня царская. Кровать у нас. Лампочки. Вот. King size. Широкая кровать. Очень удобная. О, пружинит хорошо. Это значит, что спина болеть не будет. Есть комод. Стой, в вашем распоряжении, точнее в нашем, есть зеркало перед комодом, шкафы. Чем выгодно отличается Ницца от Парижа? Тем, что здесь огромное количество всяких шкафов. Вот так вот, есть пылесос. Очень удобно. У нас с собой столько вещей нет, сколько тут шкафов. На самом деле, есть еще софа, опять это кровать. И тут есть небольшой такой шкафчик. Утюг, полотенце, софа-бет. Это, кстати, белье для софы из гостевой комнаты. Пока нам это не нужно. И есть еще один балкон. Вот так вот можно выйти. Да, это продолжение. Вот туда показывает нам красивую улицу, красивой Ниццы. Вон там дядечка что-то курит, у него барный стул стоит, столик. А, балкон объединен. Но лезть туда я не рискну. Вот такие вот красивые у нас виды из окна. Идем дальше. Посмотри, какая она большая. Давай, падай. А я смотри, я буду потом как это. Ты такого цвета, как кровать. Да, точно, ты сольешься. Давай, прыгай. Ну нельзя прыгать, но вдруг... Отлично. Она мягкая. А ты прыгал? Ну, я посидел на ней. Давай, садись. Держи. После двух перелетов хочется спать. Но я думаю, нет, сейчас... пошли дальше. Да, пойдем дальше вам показывать. Так. Что мы еще вам не показали? Ванная комната и душ. Душ вполне хорошего размера. Сюда все помещается. В смысле я и вода. Здесь есть зеркало. Тут где-то подсветка от него включается. Вот. Супер. Все работает. Там биде, кстати, есть еще, но кстати, я им не пользуюсь почему-то. Есть. Да, это туалет. Ну, стандартно. А, да, и здесь еще вот такие вот полочки есть. Это бак, нагревалка. Все как надо. Там всякие приспособления для мытья
посуду и так далее. Что ты говоришь? В Монако и в Ницце почти всегда есть беды. Да. Вспомни. Учитывая количество восточных жителей, которые с нами летели сейчас в самолете. Так, и кухня. Вот кухня тут особая, приятная, когда все есть. Вот на этой кухне мы, возможно, будем готовить интересные блюда, вам показывать, снимать и кушать. Это машина посудомоечная. Нет, не посудомоечная. Я не рискну мыть в ней посуду. Это стиральная машина для белья. Тут у нас есть вот фиговая туча всяких полезных приспособлений, типа бокалы, тарелки, печка, вытяжка. Где лампочка? Лампочки работают. Вот так вот хорошо у нас. Так, это всякие специи. Как говорит наш знакомый, приправы. Это чаи. Это чайничек. Это кто-то натаскал ко мне с моря. Ну, там это вот добра навалом. Тут есть духовой шкаф. О, никогда не было, кстати. Да, духовка — это хорошо. Холодильник. Так, я не вижу ножа. Самого важного. Я забыл нож для устриц. И трендюлей, и трендюлей. Будем петь песню тебе. Знаешь, трендюлей песня была в детском фильме, не знаешь? Зато есть отличная сковородка для... Кстати, новая даже, посмотри. Я не знаю, что-то паэлью можно на восьмерых приготовить. Мясо можно готовить. Мясо, да. А что еще есть? Это салатница. Точно, это какое-то ведро салата, Тим. Для вкусной и полезной пищи. Кастрюли есть. Сейчас окажется, что это не салатница, а трусы стирать. Для пасты. Вот огромный холодильник. Смотри, холодильник как у нас дома цветом. Кто-то не добил бухлишка. Хм. Интересно, он давно стоит? Да, я думаю, что нет. Да, ты яйца. Не видно. Красное, по яйцам можешь определить. Красное, белое. Так, судя по яйцам, их тут полная коробка. Да нет, люди, наверное, недавно выехали. Смотри, 22.04. Сегодняшние? Люди, скорее всего, выехали сегодня. Она же говорит, клининг леди не закрыла дверь. Отлично. Ну, если только это не дата годности 22-е. Ну, да, надо будет посмотреть. Обычно мы после себя с тобой оставляем и креветки, и все на свете. Мы их можем заморозить, потому что морозилка пустая. И главное, нам оставили презент. Смотри, как на свадебном видео Тима и Ирина. Да. Смотри, как мы там на туре свадебное тут видео. Тут даже подписано и... Это чедовизитка, Urban Pucks. Да. Но я должна это Simple сфоткать. Living. Сейчас мы сфотографируем и посмотрим. Там что-то вкусное лежит. Из вкусного я... А, я вижу, это вот это вот, да, сладкое вино апельсиновое. Сейчас покажем, что там еще. Для нас это ставит презент в квартире. Как на свадьбе на видео. Тим, плюс Ирина. Давай посмотрим, что внутри. Скорее. Открываем. Это да. Хочется есть после всех этих самолетов. Так. Розе. Винишко. По-моему, это... по-моему, это про грейпфруты. Да. Мыло? Да, это мыло. Это будем чистые. Не все можно есть, но... О, орешки. Это прикольно. И Барилла. Макарошки. А это паста к макарошкам. А это нет, это едят. А, это помидоры. Это песто россо, это из вяленых томатов. Песто из помидор. Как они... Господи. Так правильно, это для пасты. Сейчас, как раз. Нет. Это они палочками этими кушают, сухариками. Это с винишком. С винишком. Угу. Это все с винишком. Так, и покажем, что тут у нас вид из окна. А, это такой колодец, но он с видом, и там даже видны дома. Ну, в принципе, до кухни это вообще не критично. Можно ставни открыть, чтобы было больше света. Вот так. Супер. В
Вот такая квартира, вот такой вам небольшой обзор. Дальше будем еще что-то показывать. Как мы тут сейчас разместим все это наше добро, но шкафов много. Чего ты стоишь перед дверью, не пойму. Я даже хочу тоже снять видосы в Инстаграм. Хорошо. Итак, мы выезжаем, прошло 1,5 месяца, мы освобождаем жилье для следующих или для хозяев, не знаю, кто тут будет жить теперь. Вот такой вот у нас шикарный вид был, ну вы видели, балкон, все шкафы, это я, кровать, тумбочки, все дела. Вот они уже наши вещи стоят. И Руся. Living room. Сколько вечеров тут было проведено. Кухня. Ну это ванна. Туалет вы видели. Кухня. Посуду помыли. Это не мусор, это пустые пакеты. С ними можно ходить в магазин, шопиться. Бутылки от воды, ну, в общем, оставим. Так, тут даже есть меню из суши-бара. Вот так вот